Мы продолжаем. Губернатор Виктор Толоконский раскритиковал ход подготовки к отопительному сезону. Чтобы решить проблемы, которые есть почти в каждом городе и районе края, он собрал глав муниципалитетов. На данный момент из сотни мероприятий, которые необходимо провести, чтобы спокойно пережить зиму, проектная документация и сметы составлены меньше, чем наполовину. Есть вопросы к темпам прохождения северного завоза. Учитывая опыт прошлого года, когда имели место аварийные отключения, электро- и теплоснабжение в предстоящем сезоне необходимо усилить и темпы, и качество подготовительных работ. Губернатор подчеркнул, мы должны быть уверены в том, что к 15 сентября мы будем полностью готовы к подаче тепла абсолютно во всех населенных пунктах. И это основная задача глав городов и районов. Я помогу вам навести порядок. Я найду ресурсы для этого. Но только сделайте все правильно. Я не дойду до каждой деревни, до каждого провода. Вас же много, у нас 61 город-район. На каждой территории есть власть. Давайте ее реализуем, как положено. Я помогаю ресурсами, я помогаю программами. Мы должны с вами сделать такое коммунальное хозяйство, которое будет на 100 лет вперед жизнеспособно.